Приморье состоялось награждение победителей федерального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2022». В этом году 11 товаров приморских производителей получили звание лауреатов, еще 14 стали дипломантами конкурса. Награды компаниям-победителям вручил заместитель председателя правительства края Николай Стецко. Вы давно себя зарекомендовали на территории Приморского края, нашего покупателя. Вы давно сформировали образ компании, производящей качественный продукт, компании, продукцию, которую хочется покупать, которую не страшно предоставлять и кормить своих детей. И мы очень гордимся тем, что вы в этом году прекрасно выступили и на национальном этапе. Мы очень надеемся и хотим вам пожелать, чтобы вы продолжали развивать свой бизнес в Приморском крае, чтобы при необходимости вы помнили, что всегда можете обратиться в правительство за различными мерами государственной поддержки, что вы всегда помнили о том, что мы поможем вам в реализации, в продвижении ваших товаров на территории региона и за его пределами. Директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае Юрий Белкин, обращаясь к финалистам, отметил, что основная задача конкурса – повышение качества продукции. Вот уже более 25 лет уже предприятие Приморского края успешно участвует в конкурсе «100 лучших товаров России», проходит финал и достойно занимает свои места. То есть, соответственно, продукция приморского производителя Приморского края является очень высокого качества и соответствует всем необходимым нормам, требованиям. Компании, победившие в федеральном этапе конкурса, представили свою продукцию на выставке дегустации. Желающие смогли попробовать колбасы, торты, молочную продукцию и другие продукты питания, получившие высшую оценку. Анна Дьякова, новости на Восьмом.